Всем доброе утро, подписчики и зрители моего канала. 9 мая 2022 год, город Одесса. На удивление, на сегодняшнюю минуту обстановка в Одессе и в Одесской области остается тревожной, но спокойной. То, что прогнозировалось и то, чем нас пугали 9 мая, пока что, на удивление, еще раз повторюсь, ничего нет. Последняя воздушная тревога была в половине треть, в полтретьего ночи. И никаких взрывов, никаких выстрелов, никакой высадки десанта пока месть в Одессе нету. И даже нету воздушных тревог. Возможно, это затишье перед бурей. И что нас ждет в течение дня, известно только одному Богу. Но пока, слава Богу, тихо. Вчерашний день был очень тяжелым. Было очень много ракетных ударов по Одессе области. Разрушен ресторан. Было попадание в частный сектор, где разрушено тоже много жилых домов. Есть пострадавшие, точная информация не уточняется. Неоднократно срабатывала ППО, потому что если бы не наше ПВО, то ракетных ударов было бы гораздо больше. Погода сегодня в Одессе замечательная, сейчас утро, птички поют. Дай Бог, чтобы сегодняшний день прошел спокойно. Я на связи, друзья. Как только какие-либо новости будут появляться, я сразу вам буду сообщать. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. До встречи. Всем пока.